В качестве примера публикации проекта в формате анимированного рисунка GIF выберем опцию GIF в меню публикации и будем публиковать ролик из коллекции веселых оценок. Учителя попросили сделать оценку больше, чем просто отлично, шестерку. И здесь в лототроне выпадает как раз такая оценка. Наша цель – вставить рисунок GIF в работу, которую написал в сети ученик. Нажимаем на кнопку публикации. Этот процесс происходит практически мгновенно, потому что 6 секунд всего длится ролик. Загружаем GIF в наш браузер и копируем ссылку URL этого ролика. У меня уже заготовлена работа, похожая на школьную работу, которую мы должны оценить. Делается таким способом. Вставка, изображение. И теперь вставляем по URL из сети эту оценку. Рисунок у нас получается анимированный. Все нормально. Такую работу видит ученик.